не может. Уважаемые болельщики, говорит губернатор Ярославской области. Сегодня произошла непоправимая трагедия. Мы потеряли нашу любимую команду. Сегодня наши ребята должны были вылететь на матч в Минск. Но произошло крушение самолета. При взлете. Оставь, пусть люди пообращаются. Самолет потерпел крушение, и в результате погибли практически все члены команды. На борту самолета было 45 человек, 37 наших ребят, 8 человек экипажа. В больницу доставлен Саша Галимов в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за его... Я разговаривал с главным врачом 20 минут назад. Они стараются сделать все, что возможно. Более 80% тела обожжено, легкие. Но они делают все, что возможно. Я провел штаб, мы разбираем. Все скорбим, выражаем искренние соболезнования всем родным и близким, всем ярославским болельщикам, которые любили свою команду и не чаяли в ней души. Мы должны сплотиться и возродить нашу команду. Мы постараемся все сделать. Я сегодня получил уже несколько звонков и звонил президент национальной нашей хоккейной лиги. Многие из руководителей клубов предлагают свою помощь. Я думаю, что в память о наших ребятах мы должны сделать все, чтобы сохранить хоккей в Ярославле, чтобы у нас была команда, которая бы достигла таких же успехов. Глава!
Болельщики «Локомотива» всегда были лучшими. Мы всегда могли организоваться и сделать все, что от нас зависит. Это трагедия. Она могла, к сожалению, случиться с любым и с каждым из нас. К сожалению, она случилась с нашей любимой командой. Мы разберемся в этой ситуации. Создана госкомиссия, сейчас сюда прибывает министр транспорта. Это трагедия, унесшая жизни ребят. Невосполнимая утрата. Но еще раз хочу сказать. Память о нашей команде. Мы должны возродить нашу любимую команду и сделать для этого все возможное. Еще раз соболезнования. Уважаемые болельщики, уважаемые ребята, и вы, и мы сегодня сюда пришли для того, чтобы возложить цветы в память о наших ребятах. Я вас очень прошу всех, давайте сделаем это очень организованно и сделать так, чтобы был порядок. Я вас очень прошу. Горе, горе для всех общее. Мы все понимаем. Губернатор сказал, вы слышали. Я вас очень попрошу.